гуляя по парку, смотрите, что я нашла. Вернее, в нашем сквере. Вот такой блиндаж от снега построен. С такими ходами. Детки, наверное, строили. Тут большие ходы. У нас очень скользко. Идет дождь. Коркой покрыта дорога. Вообще снег покрыт коркой. Посмотрите, какие ходы. Тут маленькие ходы. Вот такие вот. Там такие ходы интересные. Вы знаете, а мы в детстве строили. Ну, не такой, конечно, но что-то похожее. Напишите мне в комментариях, кто в детстве строил всякие ходы из снега. Вот раньше было много снега. И даже в центре Москвы. И вот такие вот всякие постройки делали из снега. Потихоньку обхожу, не очень удобно. В деревьях все. Пытаюсь показать вам максимально, чтобы было понятно. Вот такую находку я нашла, возвращаясь домой. Очень скользко у нас. Смотрите, смотрите, что тут происходит. Ой. Вот так вот. Просто жесть. Прям, знаете, такой коркой покрыт снег. Знаете, как будто выглядит как жемчуг шлифованный. Видите, как он блестит? Немножко шел дождь. Сейчас дождь прошел. Причем 100 раз проходила, не видела. А потом стала уже поворачивать на тропинку и увидела. Вот, боже. Вот, со всех сторон сняла вам эту постройку из снега. Блиндаж, скажем так. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто строил в детстве вот такие вот разные построения из снега. Мы строили. Мы с сестрой, она с одной стороны, допустим, большой ход делает, я с другой стороны. И потом между этими ходами друг к другу еще проход делали. Ну и дальше там подружки у нас, другая сестра. Мы так делали. Очень интересно. В общем, жду от вас. Напишите в комментариях, кто тоже так же делал. Погода потрясающая. Снег прошел. Ой, вернее, дождь прошел. Сначала так капал, мокрая была куртка. Сейчас нет. Нормально все. Пишите свои интересные истории своей жизни. И ставьте лайки. Всем хорошего дня, миленькие мои. Пока-пока.